2019 года очень трудно найти такого динозавра, как Huawei Mate 7 чехол. Но, тем не менее, я нашел накладку, которая уже здесь. Они с китайского сайта, но по цене китайского сайта. То есть накладка в районе 100-150 рублей. Это жесткая накладка, тонкая, с такой градацией для древнего телефончика уже, можно так сказать. Садится превосходно, легенькая, практически незаметная. Окантовка по центру, нормально все работает. Он просто выключен, телефон. Сейчас мы его включим и проверим. Это телефон ребенка, которого обрадуем новым корпусом. Вернее, новой накладочкой. Замечательный телефончик для игрушек, мультфильмов, потому что GPS-модуль здесь отвалился. И отвалился здесь еще сим-лоток. Он полностью не видит нашу симку, любую. Поэтому пока отдали ребенку, для того, чтобы ребенок игрался. Вот такая вот прелесть. Накладочка. Кому было интересно, ссылка на накладку будет в описании. Также не забываем подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Всем пока!